Так, привет, народ. Добро пожаловать на сборку планетарий. Как видите, базу я немножко переделал, совсем немного. Вот. У нас тут идут, оказывается, кислотные дожди. Ну, а как сейчас это выглядит? Вот там у меня... Вот под этим куполом я живу. Благодаря Portal Gun я теперь могу довольно-таки удобно им пользоваться. Конечно, Portal Gun использовать лучше в других целях. Для прохождения цели, ну, как бы оставить тут дверь, а его использовать уже совсем для других целей. Но я пока пользуюсь как вот таким вот интересным вариантом. Так, сделал две печки, которые удваивают мне руду. На руду тут, короче, жаловаться не стоит. Ресурсов, в принципе, как бы и хватает. Вот. Вот эти вот блоки я понасобирал в данже. Как видите, очень много отходов. Вырастил немного дерева, нашел грасблоки, всякие вот, видите, насов. Все это найдено в метеоритах. Вот все, что вы видите, и в данже. В данже я побывал. Вот там вот, помните, его почти что разграбил. Ну, там, в принципе, ничего интересного. Крысы, они днем не нападают, убиваются с одного удара. Вот, как видите, так, йод, эскейп, у меня неплохой костюмчик, много даймондов, сделал себе инструменты, правда, кирку я нашел, а поскольку это все чинится, то есть очень вероятно использовать в своих целях. Вот этот комплекс, это каждый не отдельный данж, это комплекс весь относится к одному данжу. Вот, поэтому я сюда пришел, обокрал и ушел. Ну, тут, в принципе, ничего особенного, обыкновенный данж с обыкновенными монстрами и да. Вот с такими вот чудиками. Правда, это житель, но у меня сейчас... Вот, также тут есть довольно-таки неплохое место для сбора слизи. Где он? Все, вот тут у меня слизневый чанг, я так понимаю, еще где-то. Вот, довольно-таки немаленький. Вот, отсюда я понапихал этих, как они называют, лампочки. Иногда вот тут вот бывают ящики, даже тут просто стоят. Ну, не все лампы собрал, мне их так много не надо. Немного почистил коридор. Вот тут меня один раз убили. Ну, в общем, тут обыкновенная рутинная война была. В общем, идешь, захватываешь, сбиваешь. Я вот эти вот блоки отсюда фармил. Не знаю, не особенно тут по мне интересно. Вот тут, допустим, ящик стоял. И где-то тут я оставил спавнер для будущего, для этих мобов, чтобы восстанавливать что-то там. Я даже уже не помню. А, вот тут вот была война неплохая, тут все было в стене. Вот, и поэтому пришлось мне тут немножко повоевать. Тут криперы разворотили все. И вот оставил один спавнер. Тут я буду прокачивать мобов. В общем, мобов прокачивать будем. Так, как этот? Deep Mob Trainer. Так, значит, дальше. Йод. Блин, опять не туда пошел. Вот, выполнил какое задание? Собрал вот эти вот все, ну, нашел все почти что. Точнее, все. Надо теперь сделать 8 дерта. У меня вот эти вот штуки есть. Потом у меня есть 4 грас блока. Но мне не охота их портить. Но один придется, чувствую. Грасблок. Надо. В принципе, можно. Так, а его получить можно? Его получить, в принципе, можно. Так что и даже дёрт плюс 4 глаз блока. Бурнетферус. Ага. Вот оно, что, Петрович. Так, это чуть-чуть меняет мою идею. Значит, нам надо
четыре этих. Почему четыре? Два только. Берем листья. Идем к нашему дереву. Так, криперов нету. И вот делаем следующую шутку. То есть таким способом мы можем разбивать. Что-то я не подумал, но мне что-то. Так, смотрим. Значит, дёрт, листва и вот это. Так, два, четыре глаз. Это из этого не получится, да? Ну а что, дальше просто-навсего ставим. И сбиваем, получаем больше земли. 16 земли. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А что там орать? Мышки. Так, 16, это мне надо 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По задаче. 8. Так, у меня там грасс есть, поэтому мы это все можем поставить тут и расти дальше деревья. Так, вот. Для чего еще ты используешься? Для красивых всяких, для вот этого. Подзол мне на данный момент не нужен, и листва не надо. Ну, то есть, так, не висни, игра. Это как красиво выглядит трава. Так, мне вместо того, чтобы пойти домой забрать, я тут вот сделал один. Ну да ладно. Так, вот еще эти мышки, ну, честно говоря, уже задолбали. Бегают, вот орут днем. Вот, инопланетянинов уже нету. Ладно, идем домой, у нас там полно дел, так что... Как-то монстры сюда не заявляются, к счастью. Так, землю я сдал. Так, это вот, это сюда и сюда. Так, дальше у нас по заданию готово, отдайте. Дальше по заданиям лава и вода. Вода это бакет с кактусями. Кактусей у меня, я так думаю, два надо. Железо у нас есть, это алюминий, это не железо, это алюминий. Так, раз, два, три, одно ведро. Раз, два, три, второе ведро. О, это тоже неплохо, но оно мне не надо. Так, и кактус. Раз, два. Два ведра воды. Значит, делаем следующее. Сюда, сюда. Так, у меня тут источник воды. Охота сделать. Не, ну, камней полно, поэтому сделаем... По красоте, как говорится. Так, уж делать, так как говорится, делать. Все же как бы инопланетная фигня всякая. Так что сборка легкая. Так что тут можно и по красоте все сделать. Да? Как-то вы, я надеюсь, не против. Так, надеюсь, тут бесконечный источник воды есть. Да, есть. Хорошо. У нас есть бесконечная вода. Это очень good. И у нас есть выполненная ачивка, по идее. Это у нас лежит тут. Почему она другого цвета? А, потому что я ее сбил. Так, это у нас здесь. Ну ладно, железо пока не будем. Так, выполнили. Так, не то мы выполнили. Вот это. Так, лава бакет. Мне надо 4 hellish matter. Ну, hellish matter у меня как бы нету. Его можно сделать из простых и hellstone. Hellstone у нас можно сделать hellish matter плюс cobblestone.
Ну, у меня такого нет. У меня вот как раз я все копался, у меня одного. А из тебя можно сделать? Допустим. Нет, из тебя нельзя. Еще как тебя можно сделать? Можно симуляторы, но это адские существа нужны, которых у меня нет. А, хотя они делаются. Blank Data Model, Skeleton Hellish, убить. Ясно, это в будущем. Короче, лавы у меня на данный момент нету. Конечно, плохо, но ничего не сделаешь. Так, дальше. Идем по заданиям тогда дальше. Coal генератор. Iron, iron, copper, furans, aluminium wire. То есть это мы можем сделать. Алюминий, копер, железо. Так, вот, понакапливал всякого. Вот это все из данжа. Ну, кроме вот этого. По-моему, оружие. Вот этого. Ну, а все остальное из данжа. Видите, я переоделся, у меня зачарования неплохие. Вот этот меч из данжа. А поскольку они чинятся, то мне без проблем. Еды полно в данже. Вот это всякие роботочасти. Так, моя чего искать? Моя искать вот этот cobblestone. Моя делать печка. Моя делать провод. Провод, наверное, так. Три штука. Так, провод. Два железа. И первые машинки пошли, да? Кол-генератор. Насколько я помню, у них в определенном месте только есть выход. Так, да, в определенном месте только есть выход и вход. Ага, так она ломается. Так, значит, у нас выход тут. Можем поставить сюда. Дальше. Так, дальше. Кол-генератор нам дает. У нас рандом коин, я же думал. Так, дальше. У нас тут компрессор. Компрессор требует пластину. Для пластины нам надо циркут-фабрикатор. То есть мы изучаем сейчас Galactic Craft. Циркут-фабрикатор. Два провода, кнопка, алюминий, левер и редстон факел. Это значит, нам надо дерево. Редстон. Два кнопка, это стол. Так, две кнопки. Алюминиевый этот. Редстон факел. Так, дальше нам надо. Два провода есть. Левел это плюс cobblestone. Так, циркуль-фабрикатор. Циркуль-фабрикатор. Ну, вроде бы у меня все. А, печки опять нету, да? Ну, то есть, тут не надо каких-то микросхем. Все, вот, циркуль-фабрикатор. Так, у тебя вход где? Где зеленая? Значит, я так понимаю, что эти машинки надо ставить вот так вот. И у меня нету проводов. Значит, надо сделать провода алюминий-ингот. И как всегда, я неправильно его делаю, поэтому делаем так. Так, Так, тебе надо топливо. Топливо у меня есть, на. Хит-генератор. У тебя где-нибудь тут энергии 0 РФ. А, вот, пошло. Так, для того, чтобы сделать следующую машину, так, нам надо вот этот компрессор. Нам нужен вафа, basic вафа. Золото, ой, алмаз, редстон, факел и силикон. Так, алмаз, редстон факел, силикона 2. Силикона вроде бы проблем нету.
Еще что-то там надо было. Чего там надо было еще? Вроде бы еще что-то надо было. Компрессор. А, редстоун. Так, редстоун, факел. Два силикона, алмаз. Так, значит, два силикона, факел, это и алмаз. Рунинг. И он нам делает силиконовую плату. Да? У нас энергии полно. Тут кол-генератор вроде бы готов. Три basic wafer. Так, теперь эта штука. Вечером я хочу нажать не то, что мне надо. Так, теперь мне нужен компрессор, алюминий и анвил. Анвил. Для анвила мне надо железо. Для железа мне надо вот этого. Раз, два, три. То есть это делается элементарно, Ватсон, да? Так. Значит, сюда вафер, сюда это алюминий. Сюда. И посередине, я не помню, компрессор. У тебя, если не ошибаюсь, тоже где-то там сбоку фигня такая, да? Так, у тебя где? Или у тебя... Подожди, ты, по-моему... Ай, ты вообще автономный. Ты пашешь на угля. Тогда мы тебя вот сюда впихнем. Дадим угля. И для... Так, что там они просят еще? Блин, вечно куда-то уйти хочу. Так, гравий. Гравий делается из компрессора. Вот он. Из... ну, пожалуйста. С чем, а с этим у меня проблем нет. Так, давай делай гравий. Так, сделали гравий из санд. Санд делается из гравия. Готов. Так, гравий засчитали, надеюсь. Теперь мы делаем санд. Песок. То есть мне сейчас понадобится полно вот этих вот 9 песка. Так, комплит. И комплит. Давай мне монету. Заплатите монетой. Что, мы этот уже почти что прошли, осталось ведро лавы сделать, да? Так, значит, кобля-стон мы можем сейчас прогнать. И получать что-то более так. А ты мне там сейчас уголь тратить будешь? Не надо. Так, бастик вофор. Сюда. Factory блок вернем домой. Это. Эти всякие... Ой, монеты отдай. Так, мне не хватает места, да? Значит, для всяких приборов надо еще один ящик. Ладно, пока что сюда. Санд сюда. Это мы имеем. Это идем превратим. А, ты пока тут будешь. Так, это мы коинты продаем. Тин коинт, кобл коинт, лид коинт, тин коинт, нет, не тин, это сильвер и железный. Алюминов нет. Так, 300 поинтов. Мы можем купить еду. Нам не надо. Weapons. Пока не надо. Marble базальт не надо. Миск. Мобы. Witcher скелетон. А, Хаст, Зомби Пигман, Блейз, Магма Куб, Холд Амоб Инстатис, Троф Релайзе Капчу Ремонт. Ага, то есть мы их можем вызывать. Очень замечательно, очень хорошо. Так, дальше.
поскольку я тут, наверное, все прошел. Так, что тут? Сейлер. В принципе, я его могу себе так. Хоппер, ведро, стекло. Грей стайлинг. Грей. Любое стекло. Так, 54 гравия. Значит, нам надо... Раз, два, три, четыре. Давайте четыре стекла пережарим. Вот, тем более она тут дабл будет. Да? Она все удваивает. То есть очень полезная печка. Два. Интересно, а если еще одну поставить, она будет удвояивать? Или не будет удвояивать? Так, компрессор работает. Гравий. На что мы можем использовать гравий? Знаю, что мы его можем использовать для увеличения количества нашей земли вот таким способом. То есть немножко дешевле. Нам не надо искать вот эти, ну вот эти вот штучки, камушки. Так, 8. Так, у нас это есть. Значит, мне надо железо. Железо. Так, железо. Сейлер. Ведро есть. Хаппер. Интересно. А хоппер с таким вот сундуком пойдет этим? Акация, дарк. Нет. Так, ну сундуки. Сундуки у меня есть. Так, хоппер, значит, сундук у меня есть. Ведро есть. Значит, как-то так. Тут ведро было, тут это, тут, по-моему, хоппер, тут стекло, тут вот это. Нет. Так, Альвина забыл, как это делается. А, еще редблок редстоуна. Ну, редстоун у меня хоть завались, так что это не проблема. Вот такие сборки мне нравятся. Тут не надо напрягаться. Делай все спокойно. Тебе так, сейлер. Станешь ты наверх и что ты? Insert pipe item to sell. А, даже так. Так, insert pipe item to sell. Or, а, insert or pipe and in item to sell. Ты что-то продаешь, что ли? Че у меня тут полно iron? Insert or pipe in item to sell. Sailor. Admin shop. Что он делает? You are at the register owner this block. Куда? Я то есть что-то сейчас продам. Так, не знаю, что с этим делать. Мульти Purpose Selling Block. Мануале Insert or Pipe in Item Fluid and Forge Energy to Automatically Sell for Money. А, то есть я могу автоматически продавать. Ну, на данный момент игры для меня это не актуально, я так полагаю. Так что мы этим пока пользоваться не будем. Мы великий могучий Альвинос. Так, АТМ. Это что за хрень? Windrop money from your account, from check and gift player. Player for right. Там чего-то. А, это меняться с... Значит, железо, стекло. И что-то еще надо было. И один редстончик. Ну, сделаем, что тяжело, что ли?
Один редстоун, железо, стекло, АТМ. Получим монетку. Нет, хорошо. Так, АТМ-ка. Баланс. Это тут написать кому, и ты можешь его, так понимаю, передать. Эта хрень как бы вообще не нужна. Чисто из-за денег взял. Так, это чек. Task. Can use trade for exchange money. Click to view receipt. Нету. Ясно. Так, auto builder. Buyer. Buyer. Ага. То же самое, только много железа. Ну, это вот, наверное, немножко приятная вещь будет. Она автоматически типа покупает. Ну, насколько я понял. Автобайер. Автобайера делает. Так, мы ставим вот эту штуку сюда. Тик, флуид, итем, автобайер, флуид. Тик, секунд, минут. Ага, то есть автопокупалка. На данный момент мне она не нужна. Ну, монету мы за нее получим. Окей. Больше ты мне не читай. Чек. Давайте посмотрим. Чек. Это, наверное, видите, и сборка рассчитана на сервер, поэтому я так думаю, что не особенно тут что-то с вот этим многопользовательском режиме ты сможешь. Так, это у нас что? Тин? Тин, нет, не тин, сильвер и два железа. Нет. Алюминиевый, да. $450. Я заработал за пару минут $450. Так, это мы почти что выполнили. Чаптер 2. Это на других планетах, я так понимаю. Так, ну можно телескоп. Компрессор алюминий. Теоретически можно сделать блок of diamond. Но как-то даймонды пока у меня не особенно располагают. Так, тут ничего не открылось, тут ничего не открылось. Угу. Осталось выполнить лава челлендж, лава бакет. Получается. Так, лава фабрикатор. Blaze Rod, Magma Cream, Steel. Сталь у меня пока не отсутствует. Чаптер. Так. Тут всякого хрени по Fallet Pig. Это, наверное, в других каких-то биомах. Да, это я пока не знаю. Гуиц. Так, мне надо лава. Ладно, мне, чтобы добыть лаву, надо очень много копать. Поэтому бацик, бэкпак. Три кожи. Что, серьезно, шелкил бокс нужен? Нет, лапчик. Так, мне надо белый краситель. Три кожи, которые у меня, к счастью, есть. Две нитки, блин, две нитки. А как кожа получается? Что, серьезно? Химия, пережарка. Кожа, иди сюда. Так. Это мне... Так, а для чего лазер нужен? А, хазма Амасенс. Сомневаюсь. Так, кожа. Кожа. Это побито. Уже все. Так, кожа. Протекшн ластант. Кожа. Кейс.
кожей у меня проблем нет. Так, раз, два, три, две нитки. Нет, не так. Белый краситель. Три кожи. Ящик не взял. Так, куда ящики складывать? Тут. Три красителя, три кожи. Так, бэкпак. Давай. Common backpack. Маловато. Чтобы сделать это, тут уже что точно, шокер-боксы нужны. Может, простые подойдут? Давай, прокрути все. Так, золото, желтый краситель. Да, простые подойдут. Ну, давайте сделаем так, золотом, что у меня. Слышно, золото у меня хреново. Все, так, 8 голда. Так, это будет алмазный, конечно, блок алмазов надо, да? Значит, желтый краситель. Это денгильон. Два золота еще плюс два золота. Так, тут еще удвояивается. Так, блок 9. Еще два золота дай. Два ящика. Так, ты уходишь сюда, цветочек. Так, золотой бакпак. Так, чё, один дай? Дай. Так, давай золотой бакпак. Ну, уже получше. Но не то, что я хотел. Так, тогда кожу сюда, это сюда, ведро воды. И что мы его можем использовать? Хумидифер. Климатограф. Так, что еще? Что-то мыть, что-то красить. Ладно. Я помню, у нас есть мод экстра... Этот термал экспаншн. В нем должны быть тоже свои чемоданчики. Вот мы. Так, Тин Игант, Ред Вул и Лезер. Тин. 8. Сильвер, алюминиум, тин. Два там тина надо. Всего лишь. Так, золото. Иди домой. Иди домой. Так. Это не тут, это тут. Так, тин, два тина. Тина, два, ага, и шерсть. Раз, два, три, четыре. И три вот этих. Так, четыре это шерсть. Так, скачет. О, тут еще хуже. Зато у нас есть его расширение, да? Инвар тин. Инвар это у нас Iron Dust, кварц. Так, кварц. Ага. Вспомнил. Так, у нас что есть? Этого мало, этого много. Раз, два, три. Два камня, два этих шестеренки, по-моему, делаются из дерева. Так, можно из дерева. Так. А, я ж не то делаю. Так, мне надо сюда. Так, шестеренки, по-моему, не делаются. Так, вон. Wooden jar. Тут. Не помню. А, хотя вот можно из Nether Quartz посмотреть. 27 рецептов. Где-то она будет. Терочка. Самое последнее, да? Нет. Так, инвар. Это. Вот это кварц. Коблстон, камень. Так, кобблстон.
камень и шестеренка. Так, и вот это вот, нет, не такая, вот такая ручка. Так, теперь эту штуку мы можем поставить, допустим, тут, воткнуть ручку сюда, взять два железа, никел, голд, никел ор. Маловато, но у нас удваивается, так что ничего страшного. И тин мне нужен. Опять же алюминий, тин о. Не то. Никель. Так, у нас 2, 3, 4 можно взять, да? Тогда берем 4 железа. И 2 никеля. И крутим.